Откроем послание к римлянам, 14 глава, и прочитаем весь фрагмент. Я думаю, что этот фрагмент очень важный переходный период, очень важная точка, когда церковь выходит на новый уровень. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не уничижай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим господином стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. «Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем». Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, «Живу я, — говорит Господь, — предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же на пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищу того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. В послании к римлянам, главы с 1 по 13, перед нами основные положения христианской веры. Перед нами абсолютные истины Писания. В первой главе послания к римлянам мы узнаем о божественности Христа. В третьей главе мы узнаем, что все согрешили и лишены славы Божией. В пятой главе нам напоминают о том, что мы спасены по благодати через веру в Господе Иисусе Христе,
В 8 главе говорится о служении Святого Духа, в 9 главе о Божьем замысле для Израиля, в 12 главе о Божьем замысле для Церкви, в 13 главе о Божьем замысле для власти. Это основополагающие истины христианской веры. Все мы принимаем эти истины. И апостол Павел в заключении дает нам основополагающие истины христианской этики. В конце 13 главы мы читаем этот 12 стих: «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». 13 стих. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Был человек, звали его Августин, Августин Блаженный. Чего только с ним не происходило в юности. И вот как-то он находился в саду, и он услышал голос, голос от Бога, который говорил ему: «Возьми и читай, возьми и читай». И он прочитал послание к Римлянам 13:13. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Августин покаялся и стал христианином. И рассказал этот эпизод в своей книге, которая называется «Исповедь». И в конце 13 главы перед нами истины христианской этики. А в 14 главе мы пошли дальше. Мы будем говорить уже не о том, в чем все согласны, а о том, в чем между христианами есть споры, несогласия. Это совершенно новое поле, совершенно новая тема. И вот одно наблюдение. Есть церкви, которые так и не могут перейти к разговору вот на эти темы. Для некоторых церквей все черно-белое. Для некоторых церквей все правильное или неправильное. Даже то, о чем в Писании не говорится. В этих церквях нет дебатов, нет разговора. В этих церквях не разговаривают, не обсуждают. Здесь только четкая позиция — да или нет. А между тем, некоторые вопросы неоднозначны. Ну, например, отношение к азартным играм. Азартные игры, рулетка — это запрещено или нет? Некоторые считают, что да, абсолютно запрещено. Другие говорят, что рулетка-то, конечно, нет, а вот лотерейные билеты — вполне допустимо. Как насчет спиртных напитков? Кто-то считает, что можно иногда выпить, но быть очень осторожными, чтобы не напиваться, потому что есть определенная опасность. Другие говорят: нет, алкоголь губит людей, губит жизнь людей. И в нашей церкви никто пить даже понемножку не будет. Есть споры о разводе. Кто-то говорит, что развод недопустим никогда и ни при каких обстоятельствах. Повторный брак тоже. Другие говорят, что Иисус дал нам определенную свободу. Если ваш муж или ваша жена не верны, а вы верны, и невозможно примирение, то есть вариант развода и второго брака. Кто-то скажет, первое послание Коринфянам, 7 глава, что тот партнер, который оставался верным, может повторно жениться или выходить замуж. Кто-то скажет, что не может. А кто-то напомнит о том, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Так что есть споры. Благочестивые христиане спорят и о том, как относиться к крещению. Кто-то скажет, что единственный способ крещения — это водное крещение погружением. Другие скажут, что это все не столь важно. Можно и окроплением крестить.
и ничего страшного в этом нет. То есть, смотрите, христиане спорят и спорили. Еще один вопрос — это косметика. Могут ли женщины пользоваться косметикой? Ну и вообще, какова роль женщин в церкви? Можно ли играть рок-н-ролл? Можно ли пить кофе? И так далее. По самым разным вопросам люди спорят. И вот в послании к Римлянам, 14 глава, перед нами два вопроса, о которых говорит апостол Павел. Во-первых, некоторые христиане верят, что нельзя есть мясо, которое приносили в жертву идолам. Другие говорят, что можно. Кто-то утверждает, что нельзя есть еду, которая будет некошерной для евреев. Другие говорят, что можно. Кто-то считал, что хороший христианин должен почитать субботу. Другие говорили, нет, все дни одинаковые. Вот это темы, по которым спорили. И вот что интересно. Апостол Павел не пытается дать нам библейские истины о том, что есть и что не есть, или как относиться к субботе. Он не перечисляет нам все богословские основания или все стихи. Ничего подобного. Что же он делает? Он показывает нам, что в таких спорных случаях гораздо важно не то, что мы будем правы, но в том, что мы останемся в нормальных отношениях с братьями и сестрами. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminarii.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.